Представим, что ты сейчас в гробу. Ага. Что ты последнее бы хотел сказать миру, хуй знает, людям, кому-то? Как бы это банально нахуй не звучало, делайте, что хотите, и не делайте, что не хотите, ебать. Потому что, может быть, завтра ядерная бомба на вас упадет, ебать, а вы жизнь проебали, нихуя себе. Даже окей, не так популистски, просто задать себе вопрос, почему я живу не так, как хочу, вот. Если вы зададите себе этот вопрос, все поменяется, вся жизнь поменяется. Если честно себе ответите, то все поменяется. Это людям. Ну, еще помните, что вы не ничтожество ебучее, вы, блядь, пылинка нахуй на отрезке времени. Ваша жизнь нихуя не стоит, вы не важный человек, вы никто, блядь. Вы ничтожество, всем на вас похуй. И от этого надо... Это надо использовать как... Короче, это надо принять и кайфануть с этой хуйней, а не расстраиваться. Блин, почему моему другу на меня похуй? Потому что всем на вас похуй. Вот это истина жизни. Всем на вас похуй. Как и тебе похуй на всех.